новые рекорды цифровых валют. Курс эфириума достиг очередного исторического максимума – более 650 долларов. Это произошло после трех недель укрепления его средневзвешенного курса на отметке 500 долларов. На фоне ажиотажа вокруг игры CryptoKitties, когда значительно увеличилось количество транзакций для покупки и продажи криптокотят, стоимость эфира уже преодолевала рубеж в 500 долларов, но теперь поднялась значительно выше предыдущей отметки. Эксперты отмечают, что на данный момент капитализация эфириум составляет около 60 миллиардов долларов.